Так случилось, что война нас объединила, Одесса мало нас приняла. Я очень надеюсь, что мы попали в такую непростую сложную ситуацию. Сложные ситуации бывают простых решений. Я очень надеюсь, что мы посредством компромиссов, посредством мудрых, взвешенных решений будем выходить из нашей сложной ситуации. У каждого материальные возможности свои. У каждого цели свои, но мы находимся в общей лодке, и я думаю, что мы ее будем всегда вместе. Спасибо. Размер годовой выплаты будет составлять 1000 гривен. Также увеличена предельная сумма, которая выплачивается на семью. И если раньше это было, сегодня будет увеличено до 3000, а для многодетных семей до 5000. Поэтому в марте месяц уже пойдут новые суммы с новыми доплатами для тех, кто относится к категории либо дети в социальной семье, либо пенсионер. Вопросы задаются и по получению субсидий. Каковы условия получения? Да, мы понимаем, что сегодня, учитывая, что проблема жилья это очень важна для всех, необходима поддержка хотя бы тех, кто, допустим, снимает квартиры, хотя бы на оплату жилищно-коммунальных услуг. И поэтому при изменении порядка назначения субсидий было определено, что для тех внутренне перемещенных лиц, которые снимают, то есть арендуют жилье на законных основаниях, может быть назначена субсидия по месту фактического проживания, там где заключен договор аренды. Если в договор аренды прописаны все члены семьи, и если на этих членов семьи начисляются жилищные коммунальные платежи, тогда по месту жительства районного управления социальной защиты при подаче заявления, декларации и копии договора аренды субсидия назначается. Я понимаю, что сегодня очень многие проживают на квартирах, но с очень многими не хотят заключать договора аренды, поэтому это знают не только мы, это знают и наше Министерство социальной политики. Поэтому буквально недавно мы встречались с министром, и он говорил, что при изменении сейчас постановления о порядке назначения субсидий будет предусмотрено для внутренне перемещенных лиц более упрощенный порядок назначения субсидий. Я наблюдал, что вы все были заняты каждым своими планами, да, то есть, ну, уже давно я не говорила, у каждого свои цели, у каждого свои проблемы. И собрать всех воедино было очень тяжело. Сейчас я наблюдаю, слава богу, то, что мы вместе поняли, что вместе нам нужно держаться в любом случае и решать какие-то вопросы, однозначно лучше не разрозненно, а вот посредством таких форумов и подготовки.